Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Гвардейцы» и ее ведущий Егор Осколков. Вместе со своими коллегами я продолжаю рассказывать о том, чем живет Росгвардия. 22 июня для всех жителей России – траурная дата, день памяти и скорби. Сотрудники ОМОН, управления Росгвардии по Самарской области, в стороне не остались. Кому отдали дань памяти? Офицеры спецназа дали в сюжете. 22 июня для России – особый день. День памяти и скорби. В этот день мы вспоминаем наших родных, близких и земляков, не пожалевших в борьбе за свободу и независимость отчизны самого главного – жизни. Сотрудники ОМОН вместе со своими подшефными воспитанниками кадетской школы имени Героя России Евгения Золотухина приехали в этот день в Алексеевку, где почтили память знаменитой семьи Володечкиных. В ней было 9 сыновей. Все они поочередно ушли на войну. Назад вернулось только трое. Еще трое погибли. Остальные пропали без вести. Когда в дом Володечкиных одна за другой стали приходить похоронки, сердце матери Прасковьи Еремеевны, прошедшей через революцию и голод, не выдержала. Сотрудники спецподразделения вместе со школьниками возложили цветы к мемориалу «Журавли», деньги на которые собирала вся Россия. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Государственные услуги, которые оказывает Росгвардия, это ее отдельное направление деятельности. Как проходит процедура продления разрешения на оружие, выяснил мой коллега Николай Козлов. Каков первый шаг, который должен сделать обладатель оружия, если у него истек срок действия документа? Длинным летним вечером делать было нечего, но вспомнил, что необходимо продлить разрешение на гладкое свое охотничье гражданское оружие. Значит, что нам для этого нужно? В принципе, ничего особенного. Вот ноутбук с доступом в интернет, вот паспорт, охотничий билет, разрешение, которое необходимо продлить. Соответственно, справки из наркологии, что я не наркоман, не алкоголик, не состою на учете и, как говорится, не страдаю никакими психическими отклонениями. На портале госуслуг все достаточно просто. На специальной вкладке указаны ведомства, с которыми можно связаться посредством электронного заявления. В их числе и Росгвардия, которая, напомню, оказывает жителям страны около 30 различных государственных услуг. В разделе «Разрешение на хранение и ношение» необходимую мне форму подачи заявления найти было достаточно просто. Вот, дорогие друзья, продление разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, либо оружие ограниченного положения, но в данном случае охотничьего гладкоствольного. Владелец оружия обязан не позднее, чем за месяц до истечения срока действия выданных лицензий и разрешений подать заявление и соответствующие документы, требуемые для продления разрешительных документов подразделения лицензионной разрешительной работы. Законодатель предусмотрел не позднее срок, не позднее, чем за месяц, обратиться в подразделение лицензионной разрешительной работы. Конечно же, лучше заблаговременно это делать. Мы рекомендуем за 2-3 месяца начинать сбор документов, так как это займет какое-то определенное время прохождения медицинской комиссии, фотографии. Документы собраны и подготовлены, дорогие друзья. Теперь наш путь лежит в отдел лицензионно-разрешительной работы по городу Самаре Волжского района. Пойду с документами туда. Ожидание в очереди было недолгим, и вот я уже общаюсь с инспектором. На этом этапе продления лицензии необходимо личное присутствие охотника, наличие у него оригиналов и копий документов, а также оружие. Инспекторы проверяют ствол, сличают номера, осматривают на наличие возможных переделок. Граждан некоторые
считает, что подав в электронном виде все документы, имеет право не ходить, не предоставлять оригинал документов. Это неправильно. Оригинал документов необходим для того, чтобы убедились мы в том, что это именно гражданин подал заявление на госуслугу. Госуслуга оказана гражданину, и разрешение документов выдается именно тому гражданину, который имеет оригинал медицинской справки, например, оригинал охотничьего билета, естественно, паспорт для сверки личности. Если это условие не соблюдается, гражданин не предоставляет документы, либо предоставляет в ходе оформления, в ходе административных действий недостоверную информацию, мы имеем право отказать в выдаче разрешительных документов, но при этом госпошлина уже не возвращается. После того, как процесс подачи документов был успешно завершен, узнал, что управление Росгвардии заключило специальный договор с МФЦ. Специалисты МФЦ на базе нашего подразделения оказывают помощь гражданам в подаче заявлений, в регистрации их на портале также услуг. И помогает в режиме реального времени, в приемные дни нашим гражданам, владельцам гражданского оружия, подать заявление через портал услуг. Месяц пролетел как один день, и я продолжаю оставаться законопослушным охотником, который имеет право на хранение и ношение оружия. Все легко, все достаточно просто, и знайте, что в лицензионной разрешительной службе Управления Росгвардии по Самарской области вас ждут и готовы вам помочь. Современная жизнь все больше похожа на экранизацию фантастического романа. То, что раньше считалось выдумкой, сейчас реальность. Например, БПЛА или беспилотные летательные аппараты, открывшие вооруженным силам и силам правопорядка новые возможности. Новая техника требует новых специалистов. Кому помогают найти дорогу в небо офицеры управления Росгвардии по Самарской области, расскажет Антон Ивойлов. Тангаж, консоли, скороподъемность, баражирование – все эти странные слова ничего не скажут обычному человеку. Зато многое скажут любому авиатору. Особенно ребятам, за спиной у которых 3 года обучения по специальности эксплуатации беспилотников. Ребята довольно-таки опытные в направлении в этом, достаточно грамотные, легко усваивают материал, показали им основные, скажем, моменты подготовки комплекса к работе, такие как подготовка наземной станции управления, подготовка самолета, предполетный осмотр. В этом году юноши и девушки впервые проходят производственную практику, а курируют ее сотрудники Росгвардии. Сначала теория, затем уже на летном поле росгвардейцы демонстрируют практическую работу с беспилотником. На вооружении Росгвардии стоят самые различные беспилотные летательные аппараты. Сегодня для занятий со студентами выбрали БПЛА самолетного типа. Чтобы его запустить в воздух, нужна специальная катапульта. Вот она здесь уже растянута в траве. С ее помощью беспилотник поднимут в воздух. Произойдет это буквально через несколько минут. Готов! Как это обычно происходит со всеми передовыми научными разработками, сначала беспилотники находились исключительно в ведении военизированных организаций. Росгвардия, например, с их помощью помогает ГИБДД пресекать грубые нарушения правил дорожного движения. Выявляет браконьеров вместе с рыбинспекцией. Разыскивает без вести пропавших граждан и решает ряд других задач, которые мы не будем озвучивать в силу их специфичности. Тихо прилетел, посмотрел на то, что тебя интересует, и также тихо улетел. Главный принцип работы. Опять же, это дешевле, чем использовать большую авиацию. Не нужно жечь дорогой керосин, и главное, ресурс двигателей не расходуется. Вместо того, чтобы поднимать Ми-8, проще запустить беспилотник. И фактически он справится с теми же задачами. Ну, не надо упускать того факта, то, что авиация все-таки предназначена для перевозки личного состава, для десантирования. То есть вот такие задачи выполняются всегда и будут выполняться. С каждым годом беспилотная авиация все активнее применяется в самых разных отраслях гражданской жизни. Ее используют в геодезии, с ее помощью делают ортофотопланы, ее применяют в сельском хозяйстве. Так что профессия пилота БПЛА сегодня востребованная. За моей спиной наземная станция по управлению беспилотными летательными аппаратами. Сейчас сотрудники Росгвардии рассказывают о возможностях нашей росгвардейской техники. Что я могу сказать? Ребята молодцы, активно задают вопросы, всем интересуются. Чтобы стать хорошим пилотом, нужно, чтобы глаза горели. В этом мнении сходятся как преподаватели, так и сами студенты. Болен профессией своей, чтобы он оторвался, то, что именно
обладать, и ответственность, соответственно, чтобы он понимал. Я увидел в нем перспективу и то, что развитие во всех сферах, то есть без работы я точно не останусь. Благодаря помощи росгвардейцев эти юноши получают, если так можно сказать, двойную профессию. Они смогут выполнять функции как внешних пилотов БПЛА, так и техников. В учебном заведении подготовке именно универсальных специалистов уделяют особое внимание. Он должен знать полностью программу и как работать и за одного члена экипажа, и за второго. Он должен знать, как заказывается воздушное пространство. Он должен знать законодательную базу. Он должен знать меры безопасности, это в первую очередь. Усвоили материал на 100%. Такой вывод сотрудники Росгвардии сделали по итогам этой производственной практики. Не исключено, что в будущем нынешние студенты смогут пополнить ряды стражей правопорядка. Естественно, после того, как отслужат срочку в армии и получат высшее образование. Что же стоит за сухими строчками сводок о задержании сотрудниками Росгвардии различных правонарушителей? Вместе со своими коллегами я попытался воссоздать картину одного происшествия и одновременно показать, каковы суровые будни групп задержания вневедомственной охраны. Каждое дежурство экипажа вневедомственной охраны Росгвардии чем-то похоже на другие и в то же время чем-то отличается от других. Патрульные никогда не знают, что с ними произойдет не только через час, но даже через 5 минут. Это дежурство не является исключением. Группа задержания вооружилась и заступила на маршрут патрулирования в Кировском районе Самары. Добрый день. Что у вас случилось? Да, конечно, все, к вам уже выехали, ожидайте. Около половины третьего утра с экипажем по радиостанции связался дежурный. Он сообщил о происшествии. Чайка, Чайка, я Маяк. На связь. Записывайте адрес по 02. Проникновение в магазин. Мы находились на маршруте патрулирования. Дежурный по радиостанции передал информацию о том, что по адресу Металлурга 77 проникновение в Лебницу. Ну, случаются вообще разные, что-то подобное случается довольно редко. Пекарня, в которой было совершено проникновение, находится на проспекте Металлургов. Подъехав к ней, сотрудники Росгвардии, как и положено, провели визуальный осмотр объекта. Осматривая здание, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на одно из окон. Оно было разбито. В помещении пекарни находилась женщина. Она, увидев патрульник в свою очередь, попыталась скрыться. Ущерб был нанесен незначительный, то есть благодаря оперативным действиям ребят, которые вовремя приехали, среагировали, вот, соответственно, смогли задержать преступника. Естественно, убежать злоумышленнице так и не удалось. Ее задержали стражи правопорядка. При себе у женщины был черный пакет, а в нем автомагнитола, провода, прочие мелкие детали, которые обычно находятся в салоне автомобиля. Сотрудники Росгвардии вполне логично предположили, что вещи в пакете украдены из автомобиля, который должен находиться где-то поблизости. Патрульные начали его поиски и вскоре обнаружили иномарку. Рядом с ней находился хозяин. Человек был сильно расстроен. Вели его к девушке, вот, показали то, что он находился при ней. Он опознал свои вещи и изъявил желание написать заявление. Ущерб, нанесенный хозяину иномарки, составил бы порядка 10 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали задержанную своим коллегам. Оказалось, что 40-летняя жительница Самары уже имеет судимость за кражу. Сейчас в отношении нее вновь возбудили уголовное дело по такой же статье. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Встретимся ровно через 2 месяца. Наша программа уходит в творческий отпуск. Мирного неба над головой и здоровья. Следите за эфиром, мы обязательно вернемся. И знайте, Росгвардия всегда на страже.